Антон, а можно потрогать, сколько у тебя на самом деле струн? Вот смотри, у тебя я вижу здесь 6. 2, да. Подожди, как 2? 1, 2. И что, больше нету? Нет, только 2. Антонио, так ты как Моцарт? У кого там... А, у Паганини оторвалась одна струна из 4. У меня 2. Так ты сегодня на 2, вот это все... Мы записывали ролики на 2 струнах? На 2 струнах. Обалдеть можно. Спасибо, Антон. Пожалуйста. Пока-пока. А ты скажешь, когда ты будешь выступать на одной струне? Когда порвется, тогда будет. Ты двинешь концерт на одной струне? Двину, спокойно. Спасибо, пока.